Контейнер давления подачи газа манометром в ШРП, подсоединение к газовой плите и продувка оборудования. На подготовительные процедуры уходит меньше 10 минут. И вот газовая конфорка уже горит. Этой радостной минуты жители семейного общежития по улице Терешковой ждали целых 4 года. Хозяйка Салима Жандарбекова тут же приступила к приготовлению еды. Приятно, что все произошло в канун Наурыза. Я очень рада, что смогу теперь порадовать гостей и семью вкусными угощениями. Раньше было сложно готовить на газовом баллоне, который, к тому же, быстро заканчивался. Сегодня мы можем забыть об этом небезопасном способе. Газовую трубу к дому номер 18 провели еще в 2016 году. На это потратили 1 миллион 600 тысяч тенге. Еще 2 года понадобилось на то, чтобы уговорить всех жильцов подать заявление на присвоение индивидуального лицевого счета. Только убедившись, что это на самом деле выгоднее пропана, горожане согласились на подключение. Семейное общежитие газифицировано согласно государственной программе развития регионов. Газопровод был подведен до самой плиты с первичным запуском. Сегодня жильцы всех 40 квартир имеют доступ к плитам с природным голубым топливом. Бахром Абдуллаев, Ильдар Жунусканов, Гани Аскербек, информационная служба телекомпании «Утрар».